куда пошла? Ой, Ой, хуй ла. Мы тут вдвоем с китайцем решили немножко покудахтать, покискискать, подозвать ее. Вот. В общем, очень милая такая кисуня. На самом деле это красная панда, если вы не знаете. Все, он от нас уходит. А, у него там будка есть, смотри. Их там я вижу еще раз-два, ну вот как минимум двоих еще вижу. Вот будка, и на дальнем горизонте кто-то уже отдыхает там. Раз-два. Куда ты пошел? Вот он пошел гулять там по лесу. Там еще птички какие-то. А на птичек пофиг, видишь, явно это не кошка. Где он там? Сейчас я его найду. Вот, смотри. Птичка внизу, а ему на птичек пофиг. Что доказывает, что это явно не кошка, а медведь. Да, это потрясающе, но вот это маленькое создание, маленький медведь. Ну, правильно говорить, красная панда. А, увидимся в новом кино. Всех целую, обнимаю.